Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Nokia G50 включить портативную точку доступа, то есть раздать Wi-Fi. Для этого в первую очередь открываем настройки, затем переходим в раздел сети интернет, точка доступа и модем, точка доступа Wi-Fi. Здесь можем нашу точку доступа переключать, можем можем изменить ее имя, можем отобразить QR-код для моментального подключения к нашей точке доступа, можем выбрать протокол защиты, можем поменять пароль, можем выбрать диапазон частот Wi-Fi и также можем отключать автоматически нашу точку доступа, если никто к ней не подключен. И также можем переключать точку доступа здесь в панели быстрого доступа. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!